смотрю драмку, и у меня вот такое новогоднее настроение. Вот так вот. Чанук возмущается. Знаете, до чего я додумалась? Я повесила гирлянду на маленькую елочку фиолетовую, которая у меня идет вот здесь по полочке. Она была длинная, и я ее повесила на елку. Не знаю, почему я раньше этого не сделала, но зато сейчас сделала. Мне кажется, выглядит нормально. Пора зажигать свечи. Настя, и сегодня я снимаю, как обычно, вложик. Он будет новогодний, но у меня есть сомнение, что я его загружу на YouTube, когда новогодняя тема будет актуальна. Поэтому, ну, я все равно его сниму. Вы будете видеть еще елки, и у меня мама приезжает сегодня вечером. Мы хотим сходить на Дворцовую площадь, посмотреть на главную елку Санкт-Петербурга. И это я все сниму, все покажу. И я уже не знаю, будет ли это кому интересно, но я все равно это сделаю, так как я уже начала. Кирюха мне подарил на Новый год книгу, которую я давно хотела, о ней я говорила и во влогах, и просто в видосиках, но эта книга была в предзаказе, и я думала, когда она выйдет из предзаказа, закажу ее и вам покажу, но Кирюха опередил меня, и он сделал предзаказ, и вот она, книжечка, которую я очень хотела, и она у меня есть, «Благословение небожителей», том 3. Кирюхе эта книга пришла прямо перед Новым годом, 30 декабря, он уже думал, ничего не придет, надо какую-то другую книжечку приобретать, но нет, это солнышко все-таки дошло до нас, и слава богу, потому что это офигенно. Ну, как обычно, издание прекрасное, первый том был красный, второй желтый, третий вот такой глубокий синий. И книге шла вот такая открыточка с одним из главных героев. Давайте расскажу вам, что читаю сейчас. Это Харуки Мураками «Норвежский лес». Я прочитала 104 страницы, и книга мне пока что нравится. Но знаете, у меня часто такое бывает, что 100 страниц мне очень нравится, а потом что-то идет не так, и книга по итогу мне вообще не заходит. Я надеюсь, что здесь все будет не так, очень на это надеюсь, потому что действительно пока что мне кажется, что это мой автор. Зачем я полезла читать отзывы об этой книге, я не знаю. Зачем я это сделала? Это такая ошибка. Если вы не прочитали полностью книгу до самого конца, не читайте отзывы о ней, потому что вы можете очень сильно расстроиться и бояться читать книгу дальше. Так, я прочитала 100 страниц, как уже сказала, и почему-то решила прочитать отзывы. Почему? Не знаю. И там столько плохих отзывов, столько страшных предложений, что я реально боюсь читать ее дальше. Но, конечно же, читать мы ее будем, потому что мне дико интересно, немножко страшно, что я разочаруюсь, но интерес все-таки побеждает этот страх. По сюжету говорить пока не буду, скажу чуть попозже, когда сама буду лучше его знать. Просто расскажу о моих эмоциях. Пока что для меня эта книга пропитана грустью, печалью, одиночеством, смертью
и жизнью. Но смерти, конечно, больше. Я даже отметила цитатку, хотя что ее отмечать, она здесь и сама в тексте выделена прекрасно, чтобы ее все увидели и запомнили. Цитатка такая: смерть не противоположность жизни, а ее часть. Я с этим безумно согласна, и когда я ее увидела, а ее грех не увидеть, она жирнющая, то я уже для себя поняла, что в книге что-то есть. Что-то, что мне близко. Сам автор очень атмосферно описывает Японию, действие происходит в Японии, а я сейчас интересуюсь всем азиатским, и мне это, конечно же, очень интересно читать. Здесь есть интимные сцены, которые мне нравятся, а в отзывах, которые я читала, все почему-то их ругают за их подробность, но пока никаких подробных интимных сцен я не заметила. Конечно, я думаю, это будет все дальше. Каких-то серьезных выводов, конечно же, я сейчас не могу сделать, потому что прочитала очень мало страниц, но уже заметно, что в книге много смертельных ноток. То есть, действительно, тема смерти здесь, на мой взгляд, преобладает. Но, конечно же, как я уже прочитала цитату, что смерть и жизнь идет вот тесно друг с дружкой, и если вы когда-нибудь теряли близкого человека, видели его смерть, то я думаю, книга вам точно откликнется. Но опять-таки я не могу об этом судить, потому что прочитано очень мало, может там дальше будет какой-то трэш, кринж и просто непонятно что, а я сейчас вот это все наговорила, поэтому давайте-ка я буду читать дальше и уже расскажу вам, что можно ждать от этой книги и понравилась ли она мне. Я на это очень надеюсь, потому что сейчас она мне очень нравится. Зачем я прочитала эти отзывы? Вот что за глупая голова такая. Не читайте отзывы, пока не прочтете книгу, еще раз повторяюсь. Но чувствую, что книгу эту я буду читать долго, так как у меня сегодня вечером приезжает мама, но не одна. Она руководитель театрального коллектива, приезжает с ребятами на фестиваль, будут выступать, и я это время буду с ними, и я думаю, я не буду вообще читать, поэтому не знаю, когда выйдет этот влог, но я постараюсь его сделать быстренько, хотя сомнения у меня есть. Времена года – Санкт-Петербург. Дочитываю книгу, мне осталось 60 страничек, безумно все нравится, и я решила попить кофе в 8 часов вечера. Не знаю, будет ли это ошибка, но мне захотелось кофейку. Ой, что я делаю? В книге много кекса Рекса, если вы понимаете, о чем я, и обычно я не люблю, когда в книге этого самого кекса так много, но всегда есть исключения, и почему-то в норвежском лесу мне безумно все нравится и кажется совершенно нормальным, ничего даже не режет глаз. Скорее всего, сегодня дочитаю книгу, потому что совсем немножко осталось, и мне безумно интересно, я прям растягиваю, я тяну эту книгу, потому что читается она прям в удовольствие. И, наверное, нужно понимать менталитет
японцев, отношение вообще их к кексу. И тогда будет эта книга проще восприниматься. Что ж, пойду дочитывать книгу. Пью воду, потому что после кофе мне не очень хорошо, у меня часто тремор, и я пью воду до кофе, во время кофе и после кофе, и тогда мне становится получше. И смотрю видюшки, влоги про Японию. Кстати, книгу-то я дочитала, и спойлер, она мне очень-очень сильно-пресильно понравилось. Давайте же обсудим немножечко сюжетик. У нас главный герой мужчина, 37 лет, однажды слышит песню Beatles «Норвежский лес». И эта песня навевает ему определенные воспоминания о своей студенческой жизни, о потерях, которые у него были в жизни, о женщинах, которых он любил или с которыми просто спал. Эта книга достаточно меланхоличная, философская, я бы сказала, жизненная и душевная. Мне кажется, здесь ситуация такая с данной книгой. Я когда ее читала, и вот мне пришла такая мысль, что либо у тебя что-то ёкает в сердечке к этому автору, к этому произведению, либо же ты для себя буквально с первых страниц, ну, где-то так, понимаешь, что это точно не твое. Это, знаете, я люблю приводить примеры, как с людьми, когда ты встречаешь какого-то человека и чисто на интуитивном каком-то уровне понимаешь, что это точно твой человек. И также наоборот, ты бываешь, видишь человека и такой: нет, это точно не мое. Так и с этой книгой. Я уже говорила, что в книге очень много откровенных постельных сцен, и я даже знаю, какие сцены из них могут оттолкнуть читателя, и понимаю, какие моменты могут не понравиться читателю, но вот у меня ёкнуло к этому автору, понимаете? Я сразу прочувствовала его, по-своему как-то поняла, и меня вообще не отвращали всякие немножечко на чей-то взгляд отвратные вещи. Меня вообще не расстроило такое количество интимных сцен. Мне буквально все, ну да, ну чувак, главный герой, не может удержать одно свое причинное место в штанах, и он буквально просто со всеми своими женщинами на пути переспал. Ну и что, не нам судить. Я считаю, что не надо обращать внимание только на этот момент в книге, то есть на эротическую его составляющую, потому что помимо ее в книге достаточно глубоких мыслей о нашей жизни. Главный посыл для меня, который я нашла, да, это просто мои мысли, мое мнение, с которыми вы можете соглашаться, не соглашаться, это полностью субъективненький каналчик, мы это все понимаем. И для меня главный посыл в этой книге не то, что ты должен со всеми переспать в этой жизни, а то, что ты должен жить вообще эту жизнь, несмотря ни на что. Зачитаю вам цитатку, она в конце книги находится, которая мне откликнулась, и я считаю, что она достаточно хорошо характеризует всю суть книги. «Мы живы, и нам нужно думать только о том, как продолжать жить дальше». Все. Для меня эта цитата топ этой книги, топ цитат из этой книги. Если вы читали эту книгу, напишите ваше мнение, пожалуйста, в комментариях. На своих полках я еще нашла одну книгу Мураками «Мужчины без женщин». Это сборник рассказов. Покупала ее так давно, что даже и не помню когда. И после «Норвежского леса», конечно же, мне хочется дальше знакомиться с автором. И я думаю, либо я буду читать вот эту книгу не в данный момент, попозже, я имею в виду как следующее знакомство с автором, или же закажу кавку на пляже, и там еще какая-то книга у него есть про овец, я уже забыла. Либо закажу, либо буду читать эту, но точно с автором буду знакомиться дальше, потому что он топчик. Еще мне мама подарила замечательную книгу, которую я давно хотела. Называется «Тело дрянь», автор Мара
Олтман. Я давно приглядывалась к этой книге, ходила вокруг да около, но почему-то не покупала. Мы с мамой сходили в подписные издания. Я смотрю на эту книгу, вижу ее в подписных, книга смотрит на меня, мама смотрит на нас и говорит: давай, я тебе ее подарю. Я говорю: давай, мам, давай. И в итоге мама мне подарила вот эту чудесную книгу и себе тоже ее приобрела. И буквально сегодня мне записывала голосовое, вернее, отправила голосовое о том, что ей безумно нравится читать эту книгу. Я хочу ее уже начать читать, но пока что отложу, потому что у меня еще есть одна книга японского автора, которую я хочу сейчас прочитать, а вот потом уже примусь за нее. Книга, я точно не знаю о чем, здесь очень забавное описание, но в целом, наверное, о принятии себя, а когда книги о принятии себя бывают лишними, да? Никогда. Поэтому буду читать. Все, конечно же, вам потом расскажу свое мнение, что да как в этой книге мне нравится, что не нравится. В общем, все вам потом расскажу. На этом у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. До следующего видео. Пока-пока.